вот у Роберта каждая кисточка свой цвет. Роберт, где у нас синяя кисточка? Где у нас синяя кисточка? Роберт, мы с тобой любим раскрашивать машины. Это твое любимое занятие. Взять и раскрасить машину, а потом помыть ее. А еще мы пытаемся красить разными кисточками. Еще ему нравится обмакивать колеса, краски в краску и потом возюкать, оставлять следы. Угу. А еще Роберт разрисовал недавно себе руки черной краской. Ну, вообще у него очень хорошо получается. Давай белым раскрасим. Роберту, кстати, исполнилось 2 года 4 месяца. Она темно-серая. Темно-серая стала? Хорошо. А это какая марка машины? Это какая марка? Я даже не знаю. Это что, Форд? Нет, это машина Мака. Ну как она называется? Какой это бренд? Это Nissan? Или что это? Тойота, может? Нет, Тойота. Нет, не Тойота. Тойота будет на улице. Это Логи. А, понятно. Трам-парам-пам-пам-пам-пам. Прохожие говорят, ты модный. А еще он не боится забираться по такой крутой лестнице. А давай еще раз скатим так. Поехали? Куда поехали? Привет! Мы поэтому не можем похвастаться тем, что как во Франции у нас лодей 50 или 75 лет. Нет, они периодически обновляются, конечно же. Ну вот каждый год у нас сейчас стоит задача по 150 гектаров досаживать. Усаживать и заполнить все то, что все те земли, которые у нас есть. Причем, если... Я так и думала, что тебе понравится рисовать по трафарету. Давай мы с тобой поможем художнику и закрасим все-все белое. О, отлично получилось! Ты отлично закрашиваешь все белое. Сейчас получится красный автобус. Возьми еще немножко краски. Вот, у тебя палитра. Смотри, какая у тебя палитра. Немножко взял много. Давай вот немножко потряхни. Вот так. О, хорошо. Продолжай. Какая густая красная краска. Да, и не забудь. Вот справа автобуса колесо правое. Тоже надо его спрятать. Помочь художнику все белое закрасить. Ну, какой да. Старательный молодец, мальчик. Молодец. И ты вот очень красиво рисуешь. Вот так кисточку. Раз. Вот так кисточкой. Два. И вот еще чуть-чуть. И вот отсюда. Три. И все. Вот мы покрасили. Да? Какой ты молодец. Ну-ка. Снимаем. Получился автобус. А теперь мы возьмем кисточку синюю. Вот. И давай его обведем. Обведем его. Вот так, смотри. Вот. А давай поезд нарисуем. Кого? Поезд нарисуем. Поезд? Давай поезд нарисуем. Смотри, как у меня получается. Поезд. Давай закончим с тобой поезд. Арбуз. Давай, вот эта зеленая краска, можно закрасить арбуз. Будем делать арбуз. Давай. Бери еще чуть-чуть краски. Вот так. Проводи один раз длинное. Жу, вот так.
Жу, жу. Давай, пробуй дальше сам. Жу. 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 Давай еще берем краску. Это цветный. Они красные, а арбуз зеленый. Давай, весь арбуз покрасим. Хочу посмотреть. Другую краску возьмешь? Красную? Ой, вот мы уселись. Ой, спасите, помогите. Спасите, помогите. Спасите, помогите. Давай про капитана с тобой расскажем стих. Ой, не будем. Не буду ты макать. Перепутал? Слушай, а был такой стишок, он назывался «Жил отважный». Он объездил. И не раз он объездил океан. А что дальше было? Погибал, но ни разу вот уже около 20 июня, а море продолжает быть холодным. 18-20 градусов.